смотри, Лили. Тро-тро у нас витает в облаках. Он думает о подружке. Его подружка Зои. Он все время хочет играть с ней. О, Зои. Вот бы она на меня посмотрела. Надеюсь, она захочет со мной поиграть. Я так хочу с ней поговорить. Как бы мне с ней поиграть? Она мне так нравится. Хочешь покачаться? Нет, мне и так хорошо. Хочешь покататься? Нет, платье испачкаю. Хочешь поиграть с Тедди? Нет, у меня есть кролик. Вот, это тебе. Какой-то он некрасивый. Хочешь поиграть, Тро-тро? Ты строишь замок? Да, строю, только он пока маленький. Мне скучно одной, а им двоим кажется очень весело. Тро-тро, можно мне с вами? Можно. Теперь песка хватит для большого замка. У нас будет отличный замок. Мама еще спит. В доме нельзя шуметь. Вот так-то лучше. Поиграй в тихую игру в комнате. Ладно, папа. В тихую игру. Не в барабан. Не в мячик. Не в роликовые коньки. Все, что я люблю, слишком шумно. А, вот это тихая игра. Ту-ду, ту-ду. Осторожно, поезд. Ту-ду, ту-ду. Чш, Тро-тро, ты же слышал, мама еще спит. А разве я шумел? Да. Галопом! Чш, Тро-тро!
Опять слишком шумно. Да, шумно. Но все, что я люблю, это шумно. Лучше лягу спать. Это ведь тихо. Но это так скучно. Вот это не шумно. Я страшный монстр. Ты меня напугал. Тихо, Тро-тро. Папа, ты слишком шумишь, ты разбудишь маму. Сегодня мне нужно быть красивым, ко мне придет играть Зои. Тро-тро, Зои пришла. Привет, Зои. Привет, Тро-тро. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Показать тебе игрушки. Ля-ля-ля-ля-ля. Видела мою трубу? А это мой мяч. А это маска тигра. Я люблю свои игрушки. Я построю большой замок, Зои понравится. Хочешь, я построю большой замок? Ну, если хочешь. Это будет наш замок, ладно? Ой. Ой. Замок развалился, Тро-тро. Осталась только крыша. Ой, какой ты неуклюжий, Тро-тро. Я ухожу. Если ты такая, я построю дом для себя только. Это дом для нас двоих. Твой домик чудо, Тро-тро. Нравится Зои. Мама! Мам! Мама, как мне понравится Зои? Ну, попробуй сделать ей комплимент.
А что это значит? Это значит сказать ей что-нибудь приятное. Спасибо, мама. Значит, сначала мне нужно потренироваться в комплиментах. Ты самый красивый мишка в мире. Делать комплименты просто. Мячик, какой ты круглый. Это легко очень. Это проще простого. Знаешь, яблоня, ты такая большая и зеленая. О! О, да, яблоня, спасибо за спелое яблочко. Спасибо, так вкусно. Ой, как же вы прекрасно качаетесь, качели. Ой, это же Зои. О. Ой, я не смогу. Попробую еще раз. Ромашечка, у тебя такие красивые лепестки. Да, точно. Теперь можно сделать комплимент Зои. Привет, Тру-Тру. Ты такой смешной. Ты похож на золотую рыбку. Зои сделала мне комплимент. Золотые рыбки славные. Зои сделала мне комплимент, я ей нравлюсь. Какой странный камень. Тук-тук-тук. О! Черепашка. А? Не убегай, черепашка. Мама, мама, смотри, это черепашка. Ой, спряталась в домик. Но она настоящая, с головой и с ножками. Ух ты, малыш Тру-Тру. Принеси-ка ей салат с кухни. Мы сейчас покормим ее. Эй, черепашка, выходи! Не бойся, я совсем не страшный. Здорово! Стой! Черепашка не очень быстрая. Пойдем. Давай погуляем. Что ты делаешь, Тру-Тру? Я гуляю с черепашкой. Я ее сам нашел. Она милая, но она не очень быстрая. Это потому, что она носит свой дом. Это же тяжело. Я ей помогу. Давай, клади ее сзади, Лили. Моя черепашка самая быстрая. Ну как, нравится? Так слишком быстро, Тру-Тру. Ой, она спряталась в домик. Ау, черепашка. Тук-тук-тук, ты дома? Может, мама знает, что делать? Мама, черепашка спряталась и не вылезает.
Может быть, она хочет побыть одна, Тро-Тро? Положи ее в травку и поиграй во что-нибудь еще. Шелли, Шелли, ты где? А, вот ты где, Шелли. Моя. Ой, она моя. Утром она сбежала, и я ее искала. Му-му. Спасибо, что нашел мою Шелли, Тро-Тро. Черепашка Зои, черепашка Зои, черепашка Зои. Мама, она поцеловала меня за черепашку. Ой, стоп, это же Зои. Привет, Зои. Даже не заметила. Это нечестно. Что мне сделать, чтобы стать заметным? Может, напугать ее? Вот так! Я! Нет, это ей не понравится. И вообще я не хочу, чтобы Зоя плакала. Спрошу у папы. Он знает, его же мама заметила. Папа, папа! Папа! Да, Тро-Тро, что ты хотел? Как ты сделал, чтобы мама в тебя влюбилась? Ну, я... Я с ней танцевал. Танцевал? Ой, отличная мысль. Но я же не умею. Папа, научи меня танцевать. Ладно, Тро-Тро. Смотри, делай ногами вот так. Хорошо, Тро-Тро, верно. Получилось! Я умею танцевать, спасибо. Куда ты бежишь, Тро-Тро? Песочницы, я хочу пригласить Зои потанцевать. Танцевать, Тро-Тро? А ты умеешь? Ну, не очень-то. Смотри, сейчас научу. Видишь, Тро-Тро, это просто. Хлопок в ладоши и поворот. Хлопок и поворот. Ха! Хлопок и поворот. Хлопок и поворот. Все, ты готов, Тро-Тро. Пригласи Зои на танец. Спасибо, мама. Я пошел. Зои. Привет, Тро-Тро. Зои, хочешь потанцевать со мной? Танцевать? Давай, Тро-Тро. Да, только как учил папа или как мама? О, я знаю, я буду и так, и так. Так даже лучше. Ну, Тро-Тро, что ты делаешь? Ой, ой, ой. Ты такой смешной, Тро-Тро. Она меня все-таки заметила. Тебе пришло письмо. Письмо? Мне? Ура! Мне пришло письмо. Где же оно? Где? Вот, на столе, малыш Тро-Тро. Какое большое. Ой, какое красивое. Папа, прочитай. Дорогой Тро-Тро, приглашаю тебя на день рождения. Подпись Зои. Как хорошо, Тро-Тро. Зои позвала меня на праздник. Мама, мама, я иду к Зои на день рождения. Да, я поняла, малыш Тро-Тро. Эй, мне же нужен подарок.
Здесь наверняка что-нибудь найдется. Может быть, это? Нет. Краски? Нет. Ведерко? Нет. А вот же! Не подходит. О, это в самый раз. Мое детское одеяльце. Посмотри, мама, это подарок для Зои. Тро-тро, нельзя дарить ей тряпку? Но, мама, это же одеяльце. Я знаю, Тро-тро, но у Зои есть свое одеяльце. Привет, привет, Тро-тро, что случилось? Мама, не хочешь, чтобы я дарил Зое это? Думаю, мама права. Тро-тро, девочки любят цветы. Подари Зое веночек. Я тебя научу. Вот, смотри. Берем ромашки с длинным стебельком. Спасибо, Тро-тро. И соединяем их по очереди. Получится очень-очень красиво. Тро-тро, ты готов? Как я выгляжу? О, ты просто красавец, малыш Тро-тро. Держи, это подарок Зои. Спасибо, мама. О, привет, Тро-тро. Это тебе. С днем рождения, Зои. О, спасибо. А это я сделал для тебя. Как это мило. Я люблю венки из цветов. И подарки тоже. Спасибо, Тро-тро. Пойдем в дом играть. Лили уже здесь. Поцеловала. Пойдем. Тебе помогу. Детям нельзя играть с ножницами, Тро-тро. А как же мне тебе помогать? Пойди принеси свою корзинку, будешь собирать ветки. Ладно, мама. Я люблю помогать. О! Я принес тебе шляпу, чтобы тебе не было жарко. Ты такой добрый, Тро-тро. Спасибо, ты очень мне помог. Ля-ля-ля-ля-ля. Я очень добрый, я помогаю маме. Бедная улитка, тебе еще так далеко ползти? Я помогу ей. Вот и все, ты на месте. Я добрый ослик. Я помог улиточке. Кому бы еще помочь? О, кажется, цветочку нужна помощь. Я всегда помогаю цветочкам. Спасибо тебе за лепесток, цветочек. Зои, хочешь, я тебя покачаю? О, да, спасибо, Тро-тро. Ой, как высоко! Спасибо, Тро-тро. Спасибо. Помогать хорошо, за это могут поцеловать. Ой, он застрял. Вот твой мячик, Лили. Спасибо.
Угощайся, это тебе. Как вкусно. Вкусная шоколадка. Когда помогаешь, то все радуются. Я всегда буду всем помогать. У меня новый портфель. Раз, два, три, четыре, пять. Или, Зои, смотрите, у меня новый портфель, как у взрослых. Ух ты, какой красивый. Хочешь поиграть с нами? У нас соревнования по прыжкам. У Лили 8 очков, а у меня 6. Ты проиграл, Тро-Тро? Это все из-за портфеля. Пойдемте играть в песочницу. Это будет холмик? А это замок. Ой. Тро-Тро, передай звездочку, мы украсим замок. Тро-Тро! Я не нарочно. Это все из-за твоего портфеля. Ничего страшного. Пойдемте на горку. Тро-Тро, ты ползешь как улитка. Это все из-за портфеля. У него на спине домик. А теперь ты черепашка. Эй, помогите мне встать. Это все из-за портфеля. Да, Тро-Тро, ты бы снял его. Нет, я не хочу его снимать. Зои, можно сесть рядом с тобой? О, нет, Тро-Тро, с портфелем ты не поместишься. Поиграем в салки. Ты водишь? Мы здесь, Тро-Тро, мы здесь, Тро-Тро. Не поймаешь. Мой портфель хороший, но с ним не поиграешь. Берегитесь, сейчас я вас поймаю. Завтрак готов, Тро-Тро. Пора вставать, Тро-Тро. В кроватке так хорошо. Сегодня я не встану. Завтрак готов, Тро-Тро. Играть можно и в кровати. Ух ты! Например, путешественника. Я в таинственной пещере. Тро-Тро, твой завтрак остынет. О! О, это купол. Я в цирке. А выступать будет Тедди.
Какой опасный трюк! Двойное сальто! Эй, браво, Тедди! Давай еще раз. Ва, молодец, Тедди! Да! Сколько мне ждать, Тро-Тро? Я на плоту плыву по большой реке. Тро-Тро, я иду поднимать тебя. Все в воду! Я плыву вперед! Тро-Тро! Тро-Тро такой лентяй. Играть в кровати весело, а на улице еще веселее. Вот. Тро-Тро, обедать. Я еще играю, мам. Скорее, а то остынет. Вот, Тро-Тро. Ну нет, я не люблю рыбу. Не хочу я ее есть. Я знаю, я ее спрячу. Ой, куда бы ее деть? Вот точно, под тарелку. Нет, так видно. Не получится. Вот так. И так тоже. Ты доел, Тро-Тро? Кажется, придумал. Я все. Вот хороший мальчик. Сейчас принесу сладкое. Надевай салфетку. Ой, что же мне теперь делать? Вот, Тро-Тро, это тебе. Я поел, мама. Я на улице. Лили, Зоя, привет. Красивый шарик, Лили. Давайте побегаем с ним. Ой, мой шарик! Ой, он улетел! Мой шарик улетел! Улетел! Не плачь, Лили. Вот, возьми мой платок. Ой! Фокусник Тро-Тро благодарит вас. Тро-Тро,
Леопард убегает, а крокодил ныряет в реку. Все, урок закончен. А теперь нарисуйте мне африканских животных. Сначала солнце, там ведь очень жарко. Я с друзьями в Африке. Бежим на перегонки. Ай-яй-яй, вы быстрее, чем я. Заканчивайте рисунки, дети. Осталось мало времени. Я еще не дорисовала Африку. Зато я хорошо выспался. Я закончу все быстро. Вот и все, дорисовал. Молодец, Тро-Тро, очень красиво. Но ты ничего не забыл? Ну-ка. Ах, да, я не подписал. Художник Тро-Тро. Посмотри на меня. Тебе идет, Тро-Тро. Ты настоящий чемпион по дзюдо. Тренер очень доволен, Тро-Тро. Он сказал, что ты очень талантливый. И я! Умница, Тро-Тро. Я! Посмотрите, я маленький чемпион. Эй, Лили, Зои! Смотрите, я чемпион по дзюдо. Если ты в кимоно, это не значит, что ты чемпион. К тому же у чемпионов пояса цветные. Да, правильно, а твой пояс белый. Но... Мама, мам, какого цвета пояс у чемпионов? Я точно не знаю, Тро-Тро, думаю, разных цветов, в зависимости от их силы. То есть, как в радуге? Да, примерно. Спроси папу, наверное, он знает. Папа, пап, какие цвета в радуге? В радуге? В ней красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А зачем тебе это, Тро-Тро? Ну, для того, чтобы стать настоящим чемпионом. Посмотрим, папины галстуки как пояса. Синий, красный. Ой, не помню все цвета. Но неважно, я возьму все. О, я буду невероятно сильным чемпионом по дзюдо.
не догонишь, не догонишь. Зоя, Лили, водишь? Смотрите, я самый сильный чемпион. У меня пояса всех цветов радуги. Да, но из-за тебя я вожу. Вода, ты водишь, Тро-Тро. Вода, Лили. Не догонишь, Лили. Здорово, я чемпион по дзюдо. И я. Я тоже хочу быть чемпионом. Ты не получишь мой пояс. Ура! Смотри, я тоже чемпион по дзюдо. Мне нравится играть в чемпионов. Давайте еще раз. На-на-на-на-на, у меня больше поясов. Я самый сильный чемпион по дзюдо. Что это, папа? Я навел порядок в кладовке. Все это нужно выбросить. Посмотрим, что здесь такое. О, уточка! Когда-то я играл в нее. Ты вся грязная. Вот и все. Теперь пойдем погуляем. Побежали, кряквочка. Я что-то придумал. Кря-кря. Кря-кря. Ух ты, кто же это в нашем садике? Мама думает, что это настоящая утка. Ой, славная уточка. О, ты нашел свою кряквочку. Кря-кря. Кря-кря. Ой, у нас будет прекрасный замок. Кря-кря. 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 Кря. Ты что, утка, Тро-Тро? Кря-кря. Не умеешь говорить. Кря-кря. Вот послушай. Кря-кря. Давайте играть в оркестр. Давайте. Привет, птичка, ты поешь нашу песню. Теперь нам нужно поклониться. Играл оркестр друзей Тро-Тро. Привет, папа. Привет, Тро-Тро. Я голоден. Так, что сегодня на завтрак? Это хлопья. О, смотри, папа, там есть сюрприз. Это свисток. Ой, что это?
мой свисток. Тро-тро, сначала доешь, а потом будешь играть со свистком. Ладно, папа. Внимание, внимание, поезд отправляется. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-ту-ту. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Ой, я устал быть поездом. Ой, там птичка. Я ее позову. О нет, птичка, куда ты полетела-то? Ничего страшного. Поезд опять отправляется. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух. О, Лили и Зои на велосипедах. Стой, Тим, я Тро-Тро, новый регулировщик. Проезжай, Тим. Стоп. Эй, я хочу проехать. Я регулировщик, значит, я решаю. Проезжайте. Тро-тро, давай играть в свисток вместе. Давай, я знаю хорошую игру. Называется раз, два, три. Раз, два, три. О, нет. Ты проиграла. Теперь ты, Зои. Раз, два, три. Я здесь, Тро-Тро, я выиграла. Молодец, Зои, давай еще раз. Давай, Тро-Тро, но раз я выиграла, свистеть буду я. Нет, свисток мой, я свищу. Раз ты не даешь нам свисток, Тро-Тро, мы уходим. Стойте. Мы устроим гонку, а я буду вам свистеть. Давай, Тро-Тро. На старт, внимание. Эй, подождите же. Зоя, Лили, вернитесь. Я дам вам посвистеть свисток. Что вы ищете? Я нашла красивый шарик. Может, тут есть еще? Шарик, подари мне. Нет, он мой, я его нашла. Хочешь, я тебе что-нибудь дам взамен из этой коробочки? О, я тоже принесу. Только сначала покажи, что у тебя в ней, Тро-Тро. Вот перо, которое я нашел. Какое яркое. Это конь. А вот ракушка. Я нашел ее, когда был на море. А еще у меня есть три желудя. Мой свисток. Это чтобы ставить свечку. А вот мыло с запахом цветов. Вкусно пахнет. Подари мне, Тро-Тро. Мне так нравится запах. Нет, отдай мне, Зои, мое. Ну вот, Лили, меняю шарик на три желудя. Нет, желуди мне не нравятся. Нет, я хочу твой подсвечник. Подсвечник за какой-то шарик? Это же нечестно. Подожди, я принесу еще что-нибудь. Что? Хочешь поменять свое мыло на что-нибудь? А, Тро-Тро? Что у нас тут? Вот. Могу дать тебе это. Что это? Это для волос. Но можно носить просто так. Тро-Тро, тебе очень идет. Ты считаешь? Ну ладно, Зои, забирай. Ура! Чудесненькое мыло. Смотри, что у меня есть. Очень красивый брелок с синим кроликом.
щеточка и зеркало с украшениями. О! Меняю свое зеркальце на твою лягушку. Нет, Зоя, этот подсвечник мой. Я первая его просила. Ой, хватит, вы же ее сломаете. Это правда, Зоя, Лили первая. Вот, я дам тебе шарик и это. О, желтая машинка. А хочешь, я дам тебе зеркальце за ракушку? Согласен, Тру-тру? Да. Ладно, Зои. Меняться вещами весело. Когда я вырасту, я буду строить дома. Вот и все, дом готов. Ой, бабах! А когда я вырасту, то стану чемпионкой по роликам. А я великим футболистом. Тро-тро, не играй в футбол в доме. Ладно, мама. Идите на улицу. Вас там ждет Зои. Пойдем, Лили. Давай играть в пилотов взрослых. Мы вот такие. Ты хочешь играть? Хочу. Пилоты, приготовиться. О, мы прыгаем с парашютом. Я прыгаю за тобой. Эй! Оу, я лечу. Теперь мы путешественники. Мы идем по очень опасному мосту. Хоп! Берегитесь, там внизу крокодилы. Как будто я тебя спас. О, спасибо, Тру-тру. Путешественники отправились в джунгли. Берегись, лев идет. Нас преследует лев. Спасся. Теперь ты, Лили, лови. Зои, лев уже близко. Ай. Да, мы ура, спасены! Мы спасены. Тро-тро, Лили, Зои, пора обедать. Давайте, как будто мы три страшных тролля, которые едят все. Пришел с рынка. Привет, папа. Привет, Тро-тро. Дай я понесу. О, нет, малыш Тро-тро. Корзинка слишком тяжелая. А вот с этим ты наверняка справишься. Ой, леденец. Спасибо, папа. Но только после обеда, Тро-тро. Вот, это тебе. О, спасибо. Какой запах. Ты такой милый. О, мама очень рада. Опа.
идея. Что если подарить Зое букет? Она будет так же рада, как мама. Надо найти для Зои красивые цветы. О, вот один. Эй, ромашечка, ты будешь лучше в моем букете. Как пахнет. Еще красивый мак для букета. Ух ты, это листочек. Да-да, тебя я тоже возьму. Ой, Лили забыла совочек. Он тоже красивый. Возьму-ка я его тоже. Что бы еще добавить в букет? Так-так. Да. А! Щетка отлично подойдет. О, вот это для пыли. Я знаю, как сделать мой букет еще больше. Извини, Тедди, но это очень важно. Вот и все. Самый красивый букет. А, чем бы его связать? Посмотрим здесь. Нет, слишком большое. Нет, это тоже. Это некрасивое. Чудно! Вот так! Зоя будет очень рада. Привет, Зоя! Привет, Тро-Тро! А что ты прячешь за спиной? Зоя, это тебе. А, это мне! Какой красивый букет, Тро-Тро! Я сохраню его на всю жизнь! Спасибо большое! А леденец ты тоже будешь хранить всю жизнь. Осталось только их украсить. Смотри, сколько я всего набрала, Лили. О, да. Да чего, будет весело? Здравствуйте, цветочница. Я хочу купить у вас букет цветов. Это будет стоить один пирожок. Совсем недорого. Я беру. Спасибо. Показываю. Здравствуйте, пирожница. Ням-ням. Какие у вас чудные пирожки. Ой, извини, Зоя, я не хотел в тебя попасть. Вы что, играете в рынок? А можно нам с вами? Да, но что вы собираетесь продавать? Я придумал, что я буду продавать. Я сейчас... А я не знаю, что продавать. Может, пирожки? О, нет, что-нибудь другое. Пирожница я... Подходи, подходи, подходи. Кто хочет играть в интересную игру? Одна игра стоит пирожок или букет цветов. Подходи, подходи. Я хочу играть. Сейчас... Вот мой букет цветов. Спасибо, прошу вас. Да! Теперь я, Бубу. Я дам тебе пирожок за игру. Ладно, пожалуйста. Как весело. Я принесу еще пирожков, чтобы заплатить. Я тоже. Я буду платить букетами цветов. Я знаю, что делать. Никуда не уходите. Куда это он?
работа. Я развожу товары. Вам срочная посылка, девочки. Для вас работает служба доставки Тро-Тро. Самокат. Какой красивый. О, да, он быстрее ваших велосипедов. Не может быть, самокат медленнее велосипеда. Ты видела, как я вас обогнал? Просто мы ехали медленно. Давайте устроим соревнование, кто первый вокруг площадки. Давай, ты будешь судьей, Бобо. Сейчас увидишь. 3, 2, 1, пошли! Лили сильно отстала, ее почти не видно. Отдохну чуть-чуть. Обогнать Лили слишком просто. Ой, какой красивый цветок. Поехали дальше. О, Лили еще далеко. Я успела поиграть в куличики. Вот и все. Скорей, нужно ее обогнать. О, я такой быстрый, я успею съехать с горки. Лили еще не проехала. Я успею еще раз. И еще один разок. О, нет. Я совсем забыл про Лили. Скорей! Надо догнать ее, скоро финиш. И Лили победила! Нет, так нечестно. Я был впереди, но потом я остановился и... Но я приехала сюда первой, значит, я выиграла. А она победила, Тро-Тро. О, нет, давай проедем еще круг, Лили. Нет, я не виновата, что тебе не повезло. Эй, дети, идите есть шоколадный торт. Кто первый, тому самый большой кусок. На этот раз меня не остановить.